привет, мы записываем новое видео, давай, давай. Она сказала, начало видео, смотри, записываем новое видео. Такого видео вы еще не видели. Привет, друзья! Это новое видео, как сказала наша Заряжа, любимая. Мы сейчас в аэропорту. Так мы еще видео с вами не начинали. Но вместе с видео начинается наше большое путешествие в Италию, там, где мы будем играть большой турнир под названием VNL, волейбольная лига наций. Поэтому начало отсчета из аэропорта Шереметьево, терминал D. У нас, говорят, гостиница на море, но нельзя на море будет ходить. Да, гостиница на море, но море нельзя. Короче, будем вам все рассказывать, показывать, объяснять и кайфовать. Вместе, самое главное, кайфовать. У нас прикид какой. Почему ты не выправила воротничок? Ты что, не школьница? Потому что за мной никто не ухаживает. Во-первых, не американская, а российская. Российская школьница, смотрите, какие у нас тут еще, знаете, какой минимал стучок. Поехали, друзья. Приветики. Приветики-пистолетики. Девочки, в маске оденьтесь, пожалуйста. В маске оденьтесь, Андрей Юрьевич. Так, Андрей Юрьевич, наш менеджер. Все правила безопасности, и вас призывают. Андрей Юрьевич, а прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию. У нас вот у меня виза французская. Как меня пустили в Италию там? Сейчас я вам расскажу. У меня тоже виза французская, и меня тоже пустили. А у нас есть менеджер, который может прокомментировать эту ситуацию. У нас оформлено приглашение от итальянской стороны, где прописаны все члены делегации, не только те, кто получал это итальянские визы сейчас, но и имеющие другие визы, там и Словении, там и французские, естественно, словацкие. И, соответственно, мы на основании этого письма пересекаем границу. Простым, самым простым языком. Мы ни о чем не думаем, ничего не решаем. У нас есть великолепные профессионалы, которые организуют, думают, заботятся. Я подхожу, подожди, я тебе расскажу. Я подхожу к стойке регистрации, там просят тест ПЦР. Андрей Юрьевич, тест ПЦР. Потом говорят, сейчас визовую службу просят. Андрей Юрьевич, они визовую службу зовут. Я все сейчас решу. А я говорю, решу. Андрей Юрьевич, у меня имя неправильно в билете. Андрей Юрьевич побежал. Вот, собственно, Андрей Юрьевич наш спаситель. Федь, давай, у нас новый контент. Твое слово по-итальянски. Что ты знаешь? Давай, слово по-итальянски. Бонжорно. Шикарно, пошли дальше. Слово по-итальянски. Подожди, я так не понимаю. Давай, слово по-итальянски. Потрясающее. Коля, слово по-итальянски. Грация. Шикарно вообще. Смотри, идем дальше. У нас чика есть. Чикриз. Чикриз, давай. Слово по-итальянски. Салют. Салют, смотри, шикарно. Салют. Подожди, бро. Бро, давай, слово по-итальянски. Посмотри, как она шикарна. Посмотри, как она подготовилась к Италии. Ну, давай, слово по-итальянски. Италия. Италия? Давай, пип, слово по-итальянски. Ну быстрее, быстрее, там стрель главное идет, говорю, слово по-итальянски. Ну быстрее любое. Ну как у меня там. Седжи Бузата, дальше. Так, давай. Слово по-итальянски. Все хорошо. Тут то вабенисимо. Потрясающе. Тут то вабенисимо. Юрий Борисович. Белла Донна. Потрясающе вообще. Вы готовы. Мы решили, что полностью мы подготовили. Да-да. Давай, какой город в Италии ты знаешь? Город в Италии. Милан. Потрясающе. Милан. Хорошо, давай, давай. Пойдем, смотри, у нас тут есть. О, Горбунок, привет. Подожди. Всем привет, с вами Валерия Горбунова. У меня нет канала на ютубе, к сожалению. Раньше подпишитесь. Хорошо, так, а теперь дальше город в Италии, какой ты знаешь? Милан. Нет, надо уже было по... Пип! Сицилия, нет? Ну, по-моему, да. Сицилия? Сицилия, окей. Бровка? Бро, город в Италии. Сейчас я гуглю. Венеция, не знала. Флоренция. Хорошо. А Рим, 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 Рим. Просто Рим тоже можно сказать. Да. Рим тоже. Да. Так все. Много городов. Такая молодцы. Красивая. Такая вообще. Спасибо. Мы в Италии, мы в Милане,
часа, 4 часа, да? Хороший полет? Ужасный, вас места мало. Места мало, потому что очень высокая, Кать. С этим мы поделать ничего не можем. Ладно, мы еще не такие высокие, а как пацаны поедут, так вообще. За пацанов переживай. Кать, за пацанов не переживай, они разберутся. Команда подождать, Дарюнь. Надо подождать команду. Поехали. Подождем команду и поехали. Да, я в сумке покажу, какие у нас. Артиллерию. Все наше. Ваня. Что, все сумки уже сняли? Да, все наше богатство? Как ситуация? Ждем. Дашунь, расскажи, как летать когда ты такой высокий? Великолепно. Ты кладешь ноги на уши, сворачиваешься креветкой, вот, и спишь на окошко так, с вот такой вот шеей. Великолепно. А потом как выйти из этой позиции? Победить? Ты постепенно вытягиваешь. Сначала ноги. Подожди, дай я посмотрю. Потом шея. Потом ты встаешь. Все, и тянешься к солнышку. Добро пожаловать в автобус. Снимай маску, можешь расслабляться. Все. Можно покушать. Покажи, что там кушаешь. Это по совету Татьяны Сергеевны. Внимание, на кокосовом масле. Вот видите, Танюшка, ты молодец. Это пару шоколадов. Джон. Пока. До свидания. Покажу сейчас класс, Полин, как надо кушать итальянскую пасту. Я хочу показать вот это. Вау! Окей. Антонино. Тащи. Come si dice? Здесь паста? Да. Да, я посниму пасту. Вон, ты пасту? Да. And for me the same. Как мы знаем, в Италии самая вкусная еда, поистине. Поэтому наш первый обед на итальянской земле. Боже, какая паста! А это забегаловка. Это белиссимо? Скажи мне, это белиссимо? Тутто бене. Мой размер. Что, для меня? Для больших девчонок большие чупа-чупсы. Большие чупа-чупсы. Блин, Ира. Мне надо будет плюс 18 ставить. Та-дам! Очки примерить. Очки. Модные, красивые. Давай, итальянские. Шикарно. Ир, тебя не узнать. Все, мы покушали. Даже не так, мы вкусно покушали. И продолжаем наше путешествие до Римини. Хотя кто-то еще не до конца покушал. Кто-то продолжает кушать.
до Турции была такая. Это было бы супер просто завершением этого дня. Оставить сумки в номере, разуться и на море. Да, это вообще. Мы будем надеяться, что наша мечта исполнится. Ну, а вы это увидите в конце видео. Сбылась наша мечта с циркой или нет? Все. Приехали. Выгружаемся. Я сняла, можно мне масочку? Она такая... Джон, море, Джон! Которое ты не увидишь. Из окна. Если тебя еще окна будут. А вот оно море. Все ждем. Типа два человека, идем сдавать тест. Вот сюда тебя залезу. Вот отсюда. Первые девчонки пошли сдавать тест, ПЦР-тест на коронавирус. Мы еще все ждем. В номера нельзя зайти до того, как ты не сдал тест. Поэтому мы все в ожидании. Тест сразу сдаем с сумками. Дарья очень хочет в отель. Не скажем почему. Несказанно хочу очень. Не скажем почему, но очень хочет. Особенно, когда шум прибоя рядом. Волны и все это накипает. Нагибает. Нагнетает эту обстановочку. Ну, хотелось бы сдать не только ПЦР-тест, да? Вообще много каких анализов. О, пришли за следующими девчонками Старцева и Пилипенко. Давай, Дашунь. Жек, удачи! Спасибо. Hello. Hi. Hello. Hi. Hello. 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 Thank you. Yes. You can go with him. Thank you very much. Sì, faccio lei e ci siamo. Okay. I need you to sign here. Uh-huh. Okay. And one here. Okay. Okay. Thank you. You're welcome. This is yours. Thank you so Thank much. You. Please, enough. Заходим. Сумочки заходят. О, какой у нас второй этаж? Да. Наконец-то, спустя столько времени, мы едем смотреть наш номер. Можно снять маску. Ариш, мы здесь живем? Как чудесно, мы станем ближе, смотри. Можно я как окошечко туда пойду? Как прекрасно. А соседи наши, вот. У тебя ключика нет? Да, я жду соседа. Класс. Ножки висят. Серьезно? Смотри. А Дашка как будет? На первом этаже телека нету. У нас даже есть кровать. Так, Арин, показывай рум-тур. Окно в ванной, это романтика. Ух ты. И ничего не видно. Зачем окно, если там сзади защита стоит, чтобы не подглядывали. Так, выходим на балкон. И видим бассейн. Тамуля, привет! Ну что, будем прыгать в бассейн? Будем прыгать в бассейн! Мы с Ариной нашли секрет. Диван, оказывается, делается двухспальной кровать. Не диван, а софа. Нам принесли еду. Первый ужин в отеле. Hello! Hello!
Grazie. Prego. Арина, еда! Кушать, кушать, кушать. Так как мы сидим на изоляции, сдали тест и сели в номер, поэтому нам еду принесли непосредственно сюда. Сейчас буду показывать, чем нас балуют. Как? ППшника. Аринка делает штаны после самолета и после дороги. Лимфодренажные. Поэтому она похожа на человека, знаешь, реклама Мишлен. Тут только черный. Давай, показывай, что там еще. Это что у нас? Салфетка. О, это мяско с сыром и рукколой. Кусочек тортика. Угу. Рис и курочка вареная. Это все? Хлеб, банан. Все. Хлеб, банан и все. Так, у меня то же самое. Сегодня выдался очень долгий и трудный день, потому что дорога была не из простых. Самолет, 6 часов автобуса. А для нас, спортсменов, привыкших двигаться, это целое испытание. Но цель достигнута, мы уже наконец-то заселились, обосновались. Кушаем. Маришка уже молодым своим организмом наяривает сегодняшний ужин. Наш день завершается, мы будем отдыхать, и это видео завершается тоже. Хочу еще раз вас поблагодарить и сказать спасибо, что смотрите, что болеете за нас, переживаете, отправляете свои комментарии, ждете видео и пишете мне об этом. Мне очень-очень приятно. Болейте за сборную России, мы вас любим и передаем привет из Италии, из Рима. Пока-пока!